если кто-то еще желает поехать в Беларусь, рекомендую очень оперативно связаться с нами в начале недели, и мы оформим выезд через границу для вас. Ну, как минимум, постараемся это сделать. А на трассе у нас Леонов Федор, наконец-таки на своей Вираге. Это не его Вирага, это Вирага его школы, но тем не менее тоже Вирага. Да, у него, кстати, тоже был свой мотоцикл Вирага, который он продал. Дуги, конечно, да. Намного скромнее, чем стояли у Федора. Федор в этом сезоне очень хорошо бомбанул, зашел в про. И зашел в про, правда, на Сьюзи, но... Как бы выступает, видимо, сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не сбей, пожалуйста, там шатер ножку с музыкой. Ножку можно. Да, там можно было ножку, это же зона с футболкой. Федор засмотрелся за девчонок, а уехал просто к девчонкам. Ой. Страйк! Приконоса! Ура, у нас страйк! Еще один! Вау! Это победа! Я же говорю страйк. Минута 17:37 и... Ладно, Федор, не расстраивайся, будет еще одна попытка, и ты справишься.